Трансляцию матча Intel Challenge представляют главный технологический партнер корпорация Intel и генеральный партнер турнира компания Asus. Прошедший период отчетного года, дельта, активов и пассивов оборотных средств, привычка. Отчетный период на сумму, равную альфе основных средств за позапрошлый отчетный период. Это позволяет отдохнуть, не покидая работы. Онлайн-шутер Point Blank. Разрядись. Сколько тысячи? Это пингвины или ленивцы? Они хотят шоу. Будет им шоу. Товарищи, готов? Вас понял. Начать операцию Рико Стар. Динго. Смотри, что вытворяет. Миссия выполнена. Хватит улыбаться и мотать, парни. Это 5. Когда на сцене процессор Intel Core i5 второго поколения, результат очевиден. Невероятное шоу визуальной производительности. Умный. И это видно. Так, начать операцию захвата. Ребята, бабушки и дедушки, мальчики и девочки, мужчины и женщины, у нас начинается прямая трансляция. Чем уже продолжать, что прямая трансляция уже заканчивается. Point Blank. Это матч Суперкубка Intel Challenge между командами Getagang и Unray. Может быть... Смачное украинское дерби, может, конечно, а может быть и нет, кто его знает, как пойдет игра. Это группа Б, кто не знает, здесь играют RAV, Warzone, Unstopped и Getagang 2. Нет, это Getagang 1, перепутал я. Вот, Getagang, Unray, не Muerte и Detox, вот эта группа. И Getagang, и Unray выиграли свои первые игры, Unray у не Muerte, Getagang у Detox. И сейчас ребята будут разбираться и будут рубиться между собой. Кто из них на данный момент круче в этой группе D? Ну, что, остался один Диман, составы команд я сейчас вам представлю. У нас очень крутые игроки из Украины будут выступать. Одни из них это Getagang, известнейшие воины. Они выбрали, смотрите, выбрали DC и... Давайте я вам все-таки их представлю. Это Мерсисайд, Тош, Липучка, Диман и Найс. Соперники Unray, Буль, Инферно, Фукс, Фэрок и Эйдж. Getagang начинают в атаке. Команда Unray защищается. Комментирую для вас все это дело Тафа. Немного хриплый сегодня, больной. Ну ладно, кричать не буду, орать еще немного. Буду абсолютно спокоен. Тош делает первый фраг.
своего любимого дробаша. Минус 2 от Тоса, Липучка, Диман, Инферно последний. Остается в рыжке контролском, его уже запилили. Как-то быстро, очень быстро все сейчас произошло. Первый раунд уходит команде Гетто Ганг. 1-0, они выходят вперед на карте ДЦМ. Ребят, не забывайте, кстати, проверять видео и смотреть видео на нашем YouTube-канале Cyber Arena TV, одним словом. Там всегда, в первую очередь, заливаются видео туда, потом они появляются на сайте ПБ, Cyber Arena TV, Кибер Арена TV просто. Ну и, в общем, в первую очередь, все там. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, пишите комменты, машните. Я там сейчас читаю. Так, немного лагает у меня как-то игра, не знаю, это мой интернет, либо это сервачок так запанул, но в это время у Тоса зазвенела голова, да, здесь пинку Тоса или Пучки крайне большой, посмотрите, Буля, три палочки, кто же там хост такой, Гетто Гангу. Минус Буля, 3 в 5, пока в меньшинстве Гетто Ганг. Найс пытается выйти на Апленд, и у кого-то у Мерсайда 3 хп, ну, по-моему, сейчас 1-1 устроит Энрей в этом матче. И вообще, по расписанию, через 10 минут у нас должна быть игра Versus Pro против парней из ДТС. Но я думаю, вот минут так на 20 все-таки мы опоздаем. У нас только начался последний матч по Point Blank. Пока ребята определятся с сервером, я думаю, пока начеркают карты. К этому моменту как раз мы закончим Point Blank, и я сразу же ворвусь в игру. Минус от Найса, хорошо он здесь обрабатывает на Апленте, обрабатывает головы своих врагов. Поливает их пулями, дабы они были большими и смачными, и в них можно было легко попадать. Это я совсем уже что-то заговорился. Флеш, кстати, только что в плен залетала, так она же испугала Найса. Он довольно не ожидал, наверное, такого девайса. Со стороны соперников редко увидишь флеш в поинт-бланке, вот на таких официальных матчах. Хотя, я думаю, на самом-то деле во флешке сила, и с ней еще нужно будет разобраться. Так, врывается Найс, пытается законтролить мусорку, делает минус, его сразу же разменяли. Но еще же Липучка и Мерсисайд. Липучка очень важна сейчас здесь. Если не выживет, то, наверное, борода. И Мерси умудряется сделать фраг Сэндрейки. Липучка очень долгое время тут мансуется. И в итоге забивает фраерка. Посмотрите, Мерсисайд стоит без каски в правом углу. И не идет даже помогать. Он красный и говорит, никуда я не пойду. Это 2-0. Это 2-0 для Гетто Ганг. Энрей только что упустили возможность выиграть очень неплохой матчик. Ну, не знаю, почему они это сделали. Вот честно. Ну, конечно, они не хотели. Но не получилось. Итак, смотрим, четверо перед кафе. Нет, трое там. Кафе двое тушуются. Забрали уже Димана. Буль работает здесь перед коробкой. Двое в доме, нет, тут агрессивно. Смотрите, тут еще и Инферно точку смотрит. Как-то очень много передвигается защита, очень много передвижения. Мерси заходит с М200 в плент, опасный Мерси. Сейчас он будет извинять своих врагов. Инферно по-прежнему на мусорке, а Мерси ждет момента, когда закончится дым и идет перестрелку. Да, Буль забирает Найша. Снова 3 в 5 для Гетто Ганг. Они в меньшинстве, уже 2 в 5 уже убили Тоши. И теперь Мерси в пиксель будет пытаться забрать одного, делать 2 в 4, возможно, потом Липучка с коробки там что-то там намутит, если взглянем, где Липучка, да, пошел на банан, может быть, ЦК будет перекрывать, ну, а мы пока посмотрим за Мерси и за его действиями. Пока не поймешь, что получится у Мерси или нет, но он 1-4, нет, но тут уже ничего не наловить. Я думаю, его сейчас добьют, и первый раунд Андрей все-таки возьмут. Ребят, кто не знает, кто не видел, кто не слышал, сейчас вот в трансляции можете найти такую штуку, как календарь. Там, в принципе, уже обнародованы все завтрашние матчи. Это такие игры, как... Сейчас я вот у меня потупит немножко интернет, и я вам точно скажу. Детокс против Неэмуэрте. Это игра одна. Бэгрип Майнд, игра вторая. После этого будет Гетто Ганг 2 Unstopped, игра третья. И Кислота против Стэн Ньюграунд, игра 4. 4 завтрашних матча, плюс матч по Counter-Strike между Исахарой из Франции и Кирчнет из Украины. Также обещает быть очень интересным. Все, продолжаем смотреть за ПБМ. У нас... Пока что борется
команды, вот я забыл все-таки один раунд прописать ребятам. Зенрей, бомба уже установлена, пробивается аплент, и давайте затошим, посмотрим, он еще жив, там пробивает точку, он должен лететь на помощь своим тиммейтам, что он и делает, сорбаша в двери, шокан, можно там, наверное, понакалять своих врагов, хотя не очень, ну да, это можно будет делать, поэтому врывается в точку ТОС, видит врагов, забегает в плант, но здесь его тиммейты и без ТОСа, в принципе, справляются, ТОС делает один фраг, и Диман заканчивает все это дело легко. Легко получился раунд через аплент у ребят из Гетаганг. 3-1. Гетаганги обыгрывает пока что Инрей. Все у них получается в атаке на этой замечательной карте ДЦ. Аналог второго даста из Counter-Strike. Ну, поэтому, в принципе, я думаю, за такой картой могут и кайсеры совершенно спокойно смотреть. Здесь все понятно. Парыч, длина, мидл, Б. Немного изменена чуть-чуть карта, но особо разницы немного. Мы видим на рефрижераторе, сейчас был кто-то из атаки, булю надавали, у него 13 кп, надо вообще шливать, по-моему, вообще. Булю, да, надо валить отсюда, но не ушел, Диван его забирает, но тоже 13 кп, там знаем, что он для меня чел, эти перестрелки, ну непонятно. Минус от ТОСа, давайте глянем, где уже прорвался этот бешеный аркадный парень, где-то в районе центра он сделал фраг, уходит на А, в это время вся команда пыталась давить Б-план, да, сейчас перетяжкой на пустой А, наверное, выходит ТОС, ну, должен здесь смотреть какой-то из игроков, но пока что спокойно ТОС залетает, ставит бомбу, возможно, это вообще его там задача, как-то в его входит, потому что он чаще идет на сближение на контакт с своим девайсом. Мерседес забирает фул, 4 в 3, пока не вытягивает этот раунд еще на 100%. Ребята из Гетганг, ух ты, минус от Unray, неплохо, забирает еще одного. Так, какое-то мясо непонятное, Фукс уже вдвоем оставляет сейчас Гетганга, липучка. Ох, хорошо сыграл, 2. Минус от него, Эйдж последний, ну и у него 4 кп, смотрите, он все равно делает минус, 1 на 1. Липучка РЛО, здесь диффуз, липучка что-то паникует, но все-таки сделал минус, кто ж так бомбу-то ставит в правом углу? Это ТОС был. 4-1, опасно поставленная бомба, конечно, без базара, но что поделать. Бывает и такое в поинт-бланке. Начало миссии. Ну, слайд. Напомню, что совсем скоро у нас начнется матч номинации Counter-Strike между Virtus.pro DTF Суперкубок Intel Challenge. Тем временем размер на длине. Найс сам себя взорвать умудрился. 3-4 атакуют сейчас где-то ганги. Они в меньшинстве, но вроде бы на Б пытаются пройти. Из дома видели сейчас гранату. Нет, это был дым. 7200 мерцает, но давайте смотреть, где выберет снайпер себе позицию при защите планта. Вот это уже плохо. Эйч собирает липучку. Непонятно, куда пошел. Куда все побежали? Вообще всех убивали 4-2. Провал. Это провал. Еще 3 раунда, ну смотри, до конца первой половины. Потом... надеюсь, что не очень долгая будет вторая половина. Потом небольшая пауза. Между тем я пока переключу стрим, потому что вещаю я на канал Point Blank. Counter-Strike я буду вещать на канал Counter-Strike. Ищите на Киберарена ТВ в правом углу ссылку на трансляцию, когда если вы же хотите смотреть Counter-Strike. Ну и кайсеров, ФБшников, в принципе, любых людей это касается, потому что я буду стримить на другом канале. Ну что, небольшая перестрелка у Були. Он тут смотрит длину, там РФ, там Диман. Вот его сейчас снайпер с аугом пытается отшить. Плентов. Сбили уже, кстати, каску. Повезло Булю, что Хэдман просто не засчитала. Тоже делает минус. У ЮМ дом сейчас забежит, уже забежал через мидл в дом. Буль минус Диман. Вот тут появился уже из дома. Посмотрите, тот уже сплитом давит на Б. Но очень неплохо играет Буль с Фоксом. Но вот сейчас уже все. Только пришел Тоже. С Зурбашом забирает обоих. Инферно остается 1 в 3. И все. Это сейчас. Минус от ТОСа. А мне выключили кондиционер, я сейчас сдохну здесь. Ну, тоже бывает. Да, у нас Sky2. У нас Sky2, ребят. Давайте смотреть, что будет дальше. Ой, аркада Б, аркада, извините, что путаю планты местами. Ну, по-моему, где-то ганги смогут успешно закончить ту сторону. Смотрим, он, ой, хорошо, мерчи попал, нашел Эйджа справа за дверью, там на аппарате. Он там что-то пытался мидл смотреть, пуль минус мерчи, Диман минус, все, жмут последних игроков.
О, Энрей без шансов, сейчас погибают, 6-2, Get Gang. Еще один раунд выигрывают, но еще у нас последний остается. Раунд первой половины. Последнего матча, и уже совсем скоро у нас начнется КС. Буквально минуток через 15-20. Ну, я думаю, там все-таки ребята подождут и не будут начинать эту встречу. Что, Марсил уже минус 2 с длины делает, ШМ-200 из КЕ забирает игроков, и посмотрите, проходит Б, но в это время на Атланте уже Тош поставил бомбу, и тут просто рвут уже Анреев до конца, это 7-2 будет за атаку, отличная игра от Гетто Ганг, конечно, посмотрим, что они будут делать в защите, но я уверен, как-то, наверное, как-то 3 раунда они там точно возьмут и, скорее всего, выиграют этот матч, довольно все просто, как-то на ДЦ получается играть. Против Анреев и Гетто Ганга. Ну, в принципе, увидим, еще 3 игрока, 4... А, 3 в 3 ситуация. Вот это да, давайте смотрите. Все отжали всех игроков, которые на Б выходили. Ну, а дальше без шансов. Там тоже уже в упор с дробовика разрывает кого-то. Ну, тут давай, давай, заходи. Вот у дробовика самое оно в двери принимать. Эти 2 хп тут можно плюнуть просто и от сопли погибнуть. 7-2 еще первой половины. Выигрывают Гетто Ганги вторые. Очень просто, опять же. И 3 раунда им остается до победы. И совсем скоро у нас КС. Совсем скоро КС, еще раз напоминаю, ДТС Virtus.pro, смачная игра, Россия, Украина, это будет очень-очень серьезная шпилька. Я думаю, всем понравится. Так, я готов. Гоу-гоу-гоу. Смена сторон. Анрей будет атаковать. А если что, они покажут нам клевую игру в атаке и, возможно, сделают камбэк, потому что не очень интересно вот, наблюдать за такими играми в одни ворота. Но тут не в одни ворота, конечно, ноги-то ганги. Тут чувствуется, что в атаке они были сильнее. Ну что, друзья, поехали, вторая половина между Энрей и Гетто Ганг. Найс поджимает ЦКФЭ. Посмотрите, что происходит здесь, Эйч, Файрок. Двое поджимают длину, и двое из атаки идут на длину, минус от липучка, минус от Фукса. Найс делает фраг, идет дальше, Найс, хорошо. Фукса сбили каску, нет, тут не Фукса, сбили каску, это он сбил Тосу. Ну и вдвоем остается атака на длине Фукс. Ой-ой-ой, уходит с жесткой гранаты. Еще одна граната, ай-яй-яй, убежал Инферно, и он один. Капитан Инферно. Я не знаю, почему так сказал просто. Он, не знаю, если честно, кто капитан в этой команде. Я так себе представил Инферно капитаном. Ну и, в общем-то, понятно. 1-2. Забирает одного. Так, бочка лежит. Опасно. Здесь лучше не курить возле этой бочки, потому что можно взлететь. Диман в нубке сидит и смотрит и ждет своего соперника. Очень просто, видите, улетела маска. 1-0 в второй половине для Гетто Ганг. Общий счет 8-8. Ну и, в принципе, 8-8. 8-2 и, в принципе, 2 раунда. 2 раунда до победы остается. Начало миссии. Я так потихонечку параллельно пытаюсь добавлять сразу же все видео, которые появляются по ходу игрового дня. Вот уже вторую игру начинаю заливать на наш YouTube-канал. Ребят, ждите, там уже первая игра совсем скоро с сегодняшнего дня уже на нашем YouTube появится. Ну, возможно, скоро, ну, то через 20, там, полчаса появится вторая. Там видео быстро заливается, но долго обрабатывается, долго появляются вот все возможные качества. Поэтому совершенно сразу мы не можем это сделать. Очень легко как-то прошла атака. Я смотрю, так подсобрались-то парни. И Женрей уже разорвали всех. Здесь Марси
Нет, нет, не получилось. М200 против троих сыграть. Буль, точное попадание. 8-3. Ладно. Такой буль-хач пишет Диман. Что такое? Лол. Что у Буля? Да, у него три положки. Наверное, поэтому так он написал. Ладно, смотрим. Ох, мэрси, фраерка, там выцеливал голову. Очень опасно здесь стоять. Вот я очень много раз в этой коробке получал. Хаена банан. Смотрим, как действует защита. Тоже кафе поджим. Очень близко играют ребята на стрике. На А, мэрси поджим. ЦК близко, длину отдали. Один липучка туда поглядывает. Мэрси уже развернулся смотреть длину. Никто не пробегает, спокойно. Очень близко. Вот опять же, плотную работает дифенс. Тоже пошел на сближение. В парыч увидел там соперников. Сейчас пойдет длина, видим липучку. Он видит Буля, Буль уже залез на БТР. Липучка уходит в бетон. Тоже забирает Эйджа. Плюс один для дифенса, смотрим дальше. Здесь еще можно нарулить парочку фрагов. Два длина, по-моему, видит все это. Сейчас липучка, минус от Фукса. Минус от фраерка, оба хэдшотами. И дифенс в меньшинстве, вот так вот. Тоже забирает Фукс, хорош вообще. С длины тут раздает хэдшот. Найш, минус Буль, 3-2. По-прежнему Андрей имеет преимущество. Так, Инферно выходит в коробку, дает он спуск. Здесь Найс. Доми Мерси. Снова один против троих. По-моему, второй раунд повторяется. Ну, здесь без шансов. Безумно стреляется на 200. 2-1 во второй половине. Счет матча 8-4. И борьба есть. Но два раунда, я думаю, все-таки смогут еще где-то ганги взять в защите. Всего два раунда ему остается. И игра заканчивается. Минус от Димана. Неплохо. Вот смотрите, вот этот раунд может стать и предпоследним. Выигранным для команды где-то ганг. Забрали Буляски, поджали АКФ. Вот здесь все-таки Инферно ждет. Найс ждет Инферно. То есть поджимает ЦКФ. Его видел Эйдж. Мерси вышел в центре. Найс сделал свой фраг. Посмотрите, кто сейчас будет, по-моему, вылетать, здесь кинул. Нет, он кинул гранаты, ушел назад. 5-3. 5-4. Нет, 4-3. Вот теперь снова теряет преимущество. Где-то ганги. Вот дали фраги, все, спокойно отойти. Хотя я, конечно, не видел, как тут ваши фраг сделали, но стоило после двух минусов отойти по позиции. Смотрите, Фукс длины уработал еще одного, у нас уже 3 на 3. Довольно победный раунд для команды Ghetto Gang превращается в нечто неприятное. Тош пошел давить длину. Фукс, Фрайрок зашли в кафешку, Фрайрок, по-моему, услышал. Тоша нет. Тош даже не понимает, как же могло произойти, что стоило ему кафешку посмотреть. Мерси спиной стоит, Мерси убивает спину. Нет, не убили наконец-то спину, зажал Фукс. Вот здесь вот Диман попытается Эйджа прибить, но все знают, что на другом планете уже ставится бомба. Бомба установлена, и полетели ребята из команды Ghetto Gang отбивать позиции. Куда пошел Тош? Ого, как он решил пробежаться. Диман уже воюет, а ему стоило подождать, наверное, Тоша. Ну, один выйдет из дома, второй выйдет из парыча, все понятно. Фрейрок, Фукс, традиционно на планете. 20 секунд, 22. Смотрим, пригинается Тош. Идет вплотную, второй игрок пригинается. Тош прыгнул вниз. Фукс сейчас должен убивать его спину. Фукс не попадает, а Тош делает фраг, 1 хп у Тоша. 1 хп. О, господи, что дает Тош, 1 хп, он берет раунд, и это 3-1 на второй половине и 9-4. В общем, где-то ганги только что выиграли хороший смачный раунд усилиями Тоша. Ну и Димана, конечно, он тут отвлекал, поэтому без вопросов. Миссия успешна, матчпоинты. Уже как минимум одно очко заработали, шли Ghetto Gang на длине, а липучка сделал минуса. О, какое-то окошко выскочило. Аккуратно, поджим, длина, поджим, ЦКП, и Тош поджимают лишь коробки, смотрите, это мясо.
это мясо. Тоже сделал минус коробки. Эйч, последний. Липучку взрывает Мерси на бомбе. Тут уже ржака какая-то пошла в ухо-ха. Веселятся где-то ганг. Не очень веселятся пока что Инрей. Ну, потому что они, скорее всего, проиграли. 19 КП. Тост добивает его словом Трубаша. ГГББ. Я, друзья, тоже с вами прощаюсь. Долго это делать не могу, потому что я перехожу на другой канал. На главной странице Киберарена ТВ ищите новую трансляцию уже по Counter-Strike. Через 2 минутки будет очень интересная игра DTS Virtus Pro BO3, то есть минимум 2, максимум 3 карты. Я еще прокомментирую в этот вечер. Это будет минуток через, так, 5, наверное, 6. Ждите моего возвращения уже с Counter-Strike. Ну, всем ПБшникам привет, жду вас завтра на трансляции.